один большой сценарий, сочиненный нами, не записываем книгу, так запоминаем. До конца еще не знаем, что будет в финале, но... Отвага и смелость, мужественность и скромность, качество далеко не сказочного принца. Все это соединилось в настоящем мистере Юргу 2016. В этом году организаторы решили доказать, что герой живет в каждом из нас. В каждом человеке 100% есть герой. И, наверное, впервые мы хотим раскрыть наших мальчиков изнутри. Показать, что они внутри не просто парни, которые танцуют на сцене, не просто те, кто говорят текст, а действительно герои. Причем в каждом номере молодой человек выбирал себе сам образ, то есть он полностью подходил под его душу, под его мировоззрение. Благодаря этому они могли выкладываться на сцене на 100%. То есть они действительно могут считаться героями нашего времени. Герои буквально пробирались через трудности к успеху. Ведь прежде чем выступить на сцене перед членами жюри, 14 претендентов на звание лучшего мужчины нашего университета преодолели отборочный этап. 2 месяца подготовок и долгие репетиции. Творческие выступления, песни, танцы, стихи собственного сочинения и даже фокусы. Каждый участник стремился покорить публику и удивить членов жюри своим выступлением. Они герои, они дошли до финала, и они каждый заслуживает и внимания, и каких-то подарков, и каждый может себя уже считать мужчиной года, как бы, хотя бы так. Равная борьба развернулась на сцене Конгресс-холла, но члены жюри присудили первое место конкурсанту под номером 2 – Александру Манухову. Это просто буря эмоций. Это, блин, я очень жалею, что это все заканчивается, потому что это такая атмосфера, когда ты в нее погружаешься, тебе надо больше, больше, больше. И когда ты выходишь на сцену, ты получаешь эти аплодисменты, и ты понимаешь, что вот ради чего ты старался эти полтора месяца.